Это твой ручной, да? Да-да-да. Ручной, маленький. Маленький. Как звать? Вообще его называют шлифтик. Шлифтик? Шлифтик. Шлифтик. Торцевой рубанок. Торцевой рубанок. А, у каждого... Здравствуйте, здравствуйте. У каждого свои питомцы. У Игоря, вот, например, есть вот такой вот микрорубанок, которого называют шлифтик. У меня собака, кот, двое детей. А у вас, наверное, будет табурет самодельный, который мы вам покажем, как правильно сделать, собственно говоря. Из чего будем делать? У меня где-то в залежах обрезков и погонажа есть подходящие досочки. Она у нас, наверное, где-нибудь на самом верху. Но есть такое золотое правило. Все самое тяжелое и длинное надо складывать наверх. Держи. Наши деды бы сказали, что сердце мастерской – это хороший верстак с нормальными верстачными зажимами, упорами. Но, по моему мнению, это фрезер. И я вам скажу, вот этот малыш, он со мной уже 3 года. Я вам скажу, вот этот малыш пережил многое и до сих пор в строю. Чем он хорош? У него в комплекте 3 базы. Вот 2, и там еще одна стоит. И он абсолютно универсален. Он умеет делать вот так. Get low, get low, get low. Get low, get low, get low, get low, get low. Сделаем классическое столярное соединение шип-пас. То есть на коротыше, который у нас встает между ножками, вот таким вот образом, мы отбираем плечики. Мы засверливаем круглые отверстия, а вот эти вот шипы аккуратненько скругляем. Ну, собственно, вот у нас есть круглые шипы. По-хорошему, мы сейчас должны все это отшлифовать. Но я думаю, что все прекрасно представляют себе, как это делается, поэтому давайте, не отходя от кассы, мы уже приступим к сборке. Для начала собираем на сухую. Пока у нас склеивается основание, мы можем заняться сидулей. Можем сделать из фанеры, можем сделать из доски. Ну, у нас нравится. Обрезки там остались, в принципе, можем сделать из доски. Ну, давай попробуем сделать из доски. Мы бы, конечно, сейчас могли взять и вот из этих досок склеить красивое сиденье для нашего табуретки. Но мы сейчас начнем всячески оправдываться по поводу того, что у нас на это нет времени, бла-бла-бла. Короче, бла-бла-бла. Давайте просто выпилим из фанеры. Скажи мне, что дальше-то осталось-то нам доделать? Дальше нам осталось ему придать приличный вид, чтобы не казалось, что на нем рыбку заворачивали. Во-первых, его нужно отшлифовать, во-вторых, нужно сделать аккуратные кромки. Берем рубаночек и кромочки проходим рубаночком. Снимаем фаску. Мы закругляемся, возьмем фрезу, все это делаем, обшлифуем. В следующем выпуске вы увидите, как это выглядит уже на финише, собственно говоря. Но пока тест, тест. Мастер стоит, табуретка не трещит. Собственно, все работает. Смотрите «Утро на Енисея», работайте руками и удачи вам всяческих, что ли.